Около 2 месяцев во дворце школьников шла усиленная подготовка к празднику, который всегда устраивают в день открытых дверей, чтобы каждый из 105 работающих в его стенах кружков смог показать свое мастерство. Радость и гордость переполняют директора дворца школьников Наталью Сергеевну Романову, глядя, какие таланты воспитываются под ее чутким руководством. В этом году исполняется нашему дворцу школьников 73 года. И ежегодно, по традиции, каждое начало октября, каждый вторник, среду мы открываем двери для наших родителей, для наших детей, для наших гостей, с тем, чтобы могли познакомиться с меню нашего учреждения. На сегодняшний день во дворце школьников занимается 6500 детей, и каждый из них выбрал свое направление. Будь то танцы, вокал, игра на музыкальных инструментах, спортивные секции или изобразительное искусство. За кулисами праздника за своих подопечных переживали их учителя, которых насчитывается около 200. У нас очень большой, конечно, поток детей, очень много интересующихся вообще искусством. Сейчас это очень радует, что дети прямо не оживают, они прямо начинали ценить прекрасно. Мы преподаем историю искусств, рисунок, живопись, основу композиции, дизайн, то есть вот мастерство, прикладное искусство. То есть это все, что связано с миром прекрасного. Дворец школьников не так давно вошел в золотую книгу лучших учреждений страны. И не зря, ведь без участия воспитанников этого заведения не проходит ни один городской праздник или концерт. Также ведется постоянная работа со школами, проводятся семинары и показательные рабочие уроки. Надежда Вербицкая, Бауржан Жусипов, Мафтуна Каримбаева, ТВК.